Сегодня мы поговорим о пост-шоу проекта «Холостячка. Как выйти замуж». И я дам небольшие советы, как вести себя на знакомстве с родителями. Сразу начну с главного. Умные родители рады познакомиться с невестой или женихом. Среди экспертов у нас были Любревич Торхова, Жиль Ветра, ведущий, как всегда, Григорий Решетник, а также в гости зашли Дмитрий Черкасов со своей женой, которые участвовали в проекте «Супермама». С не очень красивой стороны, конечно. А тема была, как понравиться на знакомстве с родителями. Напишите в комментариях, чьи родители вам понравились больше всего. Какого холостяка? Первым на сцену вышел Задворный, потому что у него натянутые отношения с отцом, отец пил раньше. Другий на килимок до начальника Григория Решетника вийшов Тарапата. Будем рассматривать на примере невеста знакомится с родителями жениха. Родители рады увидеть того человека, кого любит их сын. Умные родители понимают, что их сыну дорога его невеста. И поэтому они настроены положительно. И когда вы идете в гости, не бойтесь, знайте это, что люди не могут не любить человека, которому нравится их творение. А их сын – это их творение. Поэтому сразу настройтесь на положительные, доброжелательные отношения. И что для родителей важно? Первое, чтобы вы любили их сына. Они должны это понимать, и они будут спокойны. Второе – это чтобы ваши семьи были похожи. Постарайтесь найти в вашей семье что-то похожее на семью вашего избранника. И рассказать это. Чтобы родители поняли, что объединяются похожие семьи, что проблем не будет, что системы ценностей одинаковые. И самое главное – это здоровье. Везде всего здоровье. Родители хотят внуков, хотят здоровых внуков. Расскажите о себе то, что вы занимаетесь своим здоровьем, что вы здоровы, что вы можете родить здорового ребенка.